Скальные породы высокого берега прочно удерживают на себе Анапскую набережную. Но в том месте, где исторически был овраг, набережная насыпная. Под воздействием осадков тротуарное покрытие поехало в сторону моря и нуждается в серьезном вмешательстве. Для этого, прежде всего, был изготовлен проект. Он предусматривает поэтапные берегоукрепительные работы. В ближайшее время, на следующей неделе, подрядная организация приступит к укреплению, демонтажу тротуарной плитки, забуриванию свай. Они будут связаны между собой ростверком и консолями. Сверху будет нанесена железобетонная плита, а поверх уже будет устроена тротуарная плита. Также будет награждение произведено. Безусловно, к началу курортного сезона восстановление набережной на высоком берегу будет завершено, а пока начаты подготовительные работы. Одно из самых оживленных мест Анапской набережной претерпит серьезные изменения.